Москвариум – это 80 огромных специально спроектированных аквариумов и бассейнов, около 8 тысяч обитателей, морских и пресноводных со всех концов света. Так мог начинаться репортаж в новостях. Но я сейчас выступаю не как телевизионщик, а как посетитель. Поэтому прежде, дорогие мои зрители, вернемся в очередь. Хожу здесь мимо этого москвариума. Здесь постоянно такая очередь, огромное количество людей. И судя по тому, что лабиринт еще не до конца заполнен, это еще не предел. Поэтому, если есть возможность, лучше билеты купить через интернет. Ну а мы все-таки потопали в лабиринт. У-ху, конец очереди. Зато проверим, как долго будет двигаться все это. Коридор как на паспортный контроль при въезде в страну, а впереди как будто ждет море, вода, рыбки. Так мое сознание защищало меня от негатива, когда на поворотах некоторые особы в наглую обходили всех. Хотелось зарядить им чем-нибудь по голове. Но мы настроены на позитив, так что я улыбалась и мысленно говорила: «Всякие бывают, что с них взять?» Таких особенных, как вы понимаете, немало, так что время долгого ожидания для меня прошло весело. А вот здесь живенько движется очередь из тех, кто все-таки купил билет через интернет. Отдельный коридор, очередь начинается там же, где и заканчивается, и свой вход. Но и мы почти у цели. Кажется, посетителей будет больше, чем обитателей. Финишная прямая. Прошел час, и наконец-то мы у кассы. Вот они, заветные билетики. Так, итак, сейчас 13.20, зашли в очередь, мы в 12.20. То есть ровно час нам понадобился для того, чтобы преодолеть половину лабиринта. То есть он был не до конца заполнен, а лишь наполовину. Час. Покупайте через интернет. Билеты в руках, но мы не спешим спуститься в океанариум. Хотелось еще немного сохранить это предвкушение чего-то удивительного. Сначала решили просто осмотреться. Здесь есть несколько кафе, но вот в ресторан «Нарния» мы не пойдем, потому что там пельмени требуют наши сердца. И лично мне это не нравится. Прецедентный текст, конечно, был мной прочитан, но в этом случае креатив не очень получился, мне кажется. Вот и маленькое отступление закончено. Впереди большая прогулка по подводному миру. Кажется, что это падают какие-то бусинки или маленькие шарики, но на самом деле это капли воды. Из этих капель составляются слова. Иду в океанариум первый раз, поэтому по мере приближения к нему эмоции все быстрее превращают меня в ребенка. С той же детской восторженностью и впечатлительностью я жду чего-то невероятного. Там рыбы! Да, и толпа людей, так что к рыбам еще надо прорваться как-то. Энтузиазм может подугаснуть. Кажется, ничего толком посмотреть не получится. Однозначно, пора снова включать позитивное сознание. И вот что оно говорит совершенно спокойно. Как-то же те, кто в первых рядах там оказались, да и спешить некуда, до закрытия никто никого не гонит. А когда в Москве в такие места идешь в выходной, надо быть готовым, что рассчитывать на одиночество не придется. И возле самых интересных аквариумов свободного пространства не будет. Здесь, конечно, очень круто, и рыб действительно много, это все так интересно, но чтобы посмотреть их, увидеть, то аквариумам нужно еще пробраться, потому что людей очень-очень много. Но, как выяснилось, это и не страшно. Стоило лишь немного подождать, и я уже впереди смотрю без всяких помех на этих каких-то магических скатов. Целая стая скатов, и они действительно не плывут, а как будто бы летят.
Кажется, я никогда не видела скатов вот так, вживую, и они просто околдовали меня. Хотелось стоять там бесконечно. Такие они спокойные, неторопливые, и этой своей плавностью движений умиротворяют, а еще заставляют улыбнуться, показывая свои милые мордашки. Понаблюдать за обитателями морей, рек и океанов, ну и посмотреть, как их кормят. Вот обед отправляется к рыбкам и черепашкам, но они как-то без особого энтузиазма отнеслись к этому событию. Наверное, от голода они страдают. Вообще какие-то флегматичные создания. То ли дело байкальские нерпы. В этих толстячках столько энергии и энергетики, что их кормление превратили в настоящее шоу. Кормление нерп мы застали около 16 часов в воскресенье. Предварительно минут за 20-30 звучали объявления. Так что при желании можно и пораньше подойти, ну чтобы, например, занять лучшее место. А пока нерпы показывают свои трюки, отвечу на вопрос из серии популярных. Для посещения океанариума и шоу-представления с касатками и дельфинами нужно покупать отдельные билеты. Ну а нерпы выступают бесплатно для тех, кто спустился в морское подводное царство. Хотя их объем весьма внушительный. И не зря здесь собралось так много людей, потому что эти животные, они заряжают какой-то энергетикой, потому что кажется, что они улыбаются, и хочется улыбнуться им в ответ. Протяженность маршрута в океанариуме 600 метров, но когда гуляешь там первый раз, кажется, что он бесконечный, как и сам океан. Есть, конечно, небольшие водоемы, но есть и гигантские, например, вот этот с пресноводными обитателями. Кстати, там живут рыбы, одни из самых древних на Земле, ровесники динозавров практически. Океана.
Вот смотришь на них и думаешь, какие же чудовища там на дне. А есть и красивые. Можно сколько угодно пересмотреть роликов и передач по телевизору про подводные миры или в интернете, но увидеть всех этих рыбок, черепашек, крабов и великолепных скатов воочию – это совсем другое. Например, Немо, рыба-клоун, оказалась совсем малюткой. Эта крошечка еще и трусишка редкая, пряталась все время. А крабы и креветки, мне показалось, периодически пританцовывали. По крайней мере, очень живо они мотали своими лапками. Мы еще не поняли, как нужно плавать, и они почему-то плавают вот вертикально. Такие есть уродцы, и такие няшечки, так и хочется их потрогать. Но осторожнее с желаниями. В Москвариуме есть специальная зона, где в самом деле можно взять в руку морскую звезду. Или вот это чудовище, которое, ну, больше похоже на персонаж из фильма ужасов. Страсть редкостная. Если честно, морскую звезду тоже было как-то страшновато брать. Вдруг она сейчас выпустит какие-нибудь лапки и будет ими перебирать в моей руке. Бррр. Ох, откуда это все в моей голове? Вот детям вообще по барабану. Хватают, что не попадется. У меня ребенок забрал звезду. Забота о посетителях, она в мелочах. Например, рядом с аквариумом, где мы могли потрогать морских звезд, вот расположены бумажные салфетки. Можно взять и протереть руки. Касатки действительно можно считать удачей, и нам повезло. Я слышала такие рассуждения в толпе, мол, плохо, касаток не посмотреть, толпа людей, не дождешься, когда выплывет. Ну а чего вы хотели? Когда, например, дайверы погружаются на дно, им разве кто-то что-то гарантирует? Как повезет. В этом, наверное, и есть прелесть природы и океана. Касатка просто гигантская, она размером на длину, на всю вот эту вот стену, которая открывается, даже не помещается, кажется. Я даже не представляю, сколько метров она в длину. Радоваться надо, что у касатки такой водоем, где она поплавать может, учитывая ее размеры. Но нет, многие мыслят на уровне: я же заплатил, дайте мне все на блюдечке с голубой каемочкой, и ждать я не хочу. А там пусть хоть до изнеможения бедная касатка кружится. Ну нельзя так. В природе не так. Почувствуйте себя счастливцем, что дождались ее, что она решила вам показаться. Это такие эмоции, которые ни одно блюдечко не даст. Несколько слов для тех, кто не мыслит жизни без селфи. Психовать, что кто-то попал в кадр, бессмысленно, потому что все равно лицо у вас и у соседа будет черным, освещение там такое, а со вспышкой снимать нельзя. И очень стараться, чтобы растолкать всех и сделать заветный снимок, как-то бессмысленно. Выглядеть это будет примерно так. Считается, конечно, что рыбки, они успокаивают, но когда идешь в океанариум в выходной день, то нужно быть готовым к тому, что тебя будут толкать со всех сторон, все будут пытаться тебя откуда-то сдвинуть, куда-то подвинуть, поэтому надо набраться немало сил, чтобы успокаиваться, глядя на этих рыбок. Очень странные люди встречаются, возмущаются, что никого не было, и вот только-только подошли фотографироваться, и откуда-то набежала куча людей. Как же так? Странно, воскресенье, в Москвариуме куча людей.
я намеренно делаю эти акценты, потому что когда не готов к некоторым вещам, действительно, можешь и злиться, и расстраиваться, и своими эмоциями сам себе испортить всю прогулку. Даже меня с моим подходом к жизни, а я все-таки стараюсь сконцентрировать внимание на хорошем. Едва не захлестнула злость. Вроде бы и знаешь, что много людей и некоторые из представителей этого вида не отличаются воспитанностью, а некоторые даже не знакомы с элементарными нормами поведения. И все равно нервничаешь. Но посмотрим на все с другой стороны. Я же пришла в Москвариум к рыбкам, на них и надо реагировать. Остальное просто с улыбкой пропускать мимо. Ходишь здесь по этим залам, наблюдаешь за всеми этими обитателями, и все кажутся такими волшебными, магическими. Все здесь очень завораживает. Они все такие необычные, все такие разные. И понимаешь, насколько наша планета разнообразна. Это только морские, океанские животные обитатели. В общем, у нас потрясающий мир, потрясающая планета. И здесь это как-то чувствуешь и как-то это осознаешь. На десерт у нас труба. Так, возможно, думала акула, проплывая над головами этих людей. К счастью для последних, прогулка здесь безопасна. Правда, меня, если честно, эта часть Москвариума как-то не очень впечатлила. Вот эта труба, про которую все так говорят и куда все хотят попасть, но мне кажется, это не самая лучшая точка обзора. Конечно, можно посмотреть, как рыбы плывут у тебя над головой, но здесь довольно жарко, очень много людей, и обзор на эти же аквариумы с других точек есть гораздо лучше. Огромная акула плывет прямо на нас. Какие зубищи! Какие они все-таки разные. Такие суровые и угрожающие акулы. Какие-то нелепые есть, смешные рыбки или милые красотки. Одни, кажется, готовы тебя сожрать, другие улыбаются и как будто кокетничают. Мы гуляли часа 4. Я могла надолго зависнуть, всматриваясь в глубины, выискивая каких-то раков, которые прятались за камнями, или скатов, взрывавшихся в песок, и рыб, которые пытаются изображать камни, ветки или что-то еще. Наблюдать за ними – одно удовольствие. Действительно успокаивает. Надеюсь, когда вы пойдете в Москвариум, не будете нарушать там правила поведения, кидать что-то рыбкам или фотографироваться со вспышкой. Ну, пожалейте рыбок, я не могла этого не сказать. Ну, а пошкодничать можно вполне официально. Прежде чем пройти турникет на выход, я сделаю еще кое-что. Такое никогда и нигде раньше себе не позволяла. Кто любит написать «Здесь был Вася», больше не нужно искать для этого запрещенные места в Москвариуме. Есть специально отведенная стена, где официально можно написать что угодно.